Курганской области живут мастеровитые люди. Гости Дня города смогли в этом дополнительный раз убедиться, посетив праздничную площадку «Город мастеров», которая по многолетней традиции расположилась у здания областной филармонии. Здесь можно было найти все, что угодно. Все, кроме фабричного ширпотреба. Пример – изделия из бересты, игольницы, шкатулки, обереги и многое другое. Вещи высокопрофессиональные и экологически чистый материал. И, конечно, очень приятно в доме такую вещь иметь. В руки приятно взять. И спасибо этим мастерам. Помимо декоративных изделий, в городе мастеров были вещи утилитарного предназначения. Это скамеечки для бани, стульчики, детские стульчики, столики, вешалочки. Все экологически чистый продукт у меня. Деревянная, сосна, липа. Традиционно большое внимание вызывали изделия из текстиля и лоскутное шитье. Долгими зимами они спасают курганцев от стужи. Очень оригинально, очень подобрано, здорово, так интересно все. И вообще прекрасные мастерицы, кто занимается таким видом искусства. Мастера из Чистоозерья подарили курганцам гончарную керамику. С 2009 года занимаемся вообще производством сувенирной продукции, в том числе и кухонной утвари. Традиционные кухонные из Уральской утвари восстанавливаем то, что было забыто. Посетители города мастеров активно покупали керамику. Праздник Дня города только начинается, еще не было официального открытия, а у нас уже почти пустой стол. Все раскуплено, но ничего, у нас есть гончарный круг, глина, мы со всеми желающими накрутим снова. На выставке представляли свои изделия не только единичные авторы, но и целые студии рукоделия. В этом году мы отметили свое 25-летие. Занимались ранее вышивкой, теперь занимаемся лоскутным шитьем, вышивкой, куклами, вязанием. Изделия сударыни нельзя назвать промышленной продукцией. Это индивидуальные рукодельные изделия, существующие в единичном экземпляре. Вложена здесь не только своя душа, своя работа, и здесь и напряжение зрения, и проколотые пальчики. Ну, в общем, это работа. Работа индивидуальная. Публика реагирует всегда ахом-охом, и как это вот у вас хватает терпения и всякие прочие эмоции. Василий Сысуев, Николай Волков, Владислав Базалев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».